нам дана арифметическая прогрессия – минус 8, минус 2. Необходимо найти разность арифметической прогрессии, ее 44 член и сумму первых 12 членов арифметической прогрессии. Мы знаем, что арифметическая прогрессия – это последовательность чисел, где каждое последующее число получается из предыдущего прибавлением одного и того же числа. Первый член нашей прогрессии – это минус 8. Второй член нашей прогрессии – это минус 2. Для того, чтобы найти разность, мы должны из последующего члена, в данном случае из второго, вычесть первый член. В результате у нас получается минус 2 минус минус 8, это значит будет плюс 8. Итого получаем 6. Значит, разность нашей арифметической прогрессии равна 6. Теперь мы найдем 44 член нашей арифметической прогрессии. Используя формулу n-го члена арифметической прогрессии, а n равно а первое плюс d умноженное на n минус 1. Мы подставим, что же у нас будет в ячейке под номером 44. А 44 равно а первое плюс d умноженное на 44 минус 1. В результате получаем а первое плюс 43d. Осталось подставить. Первый член мы знаем, это минус 8. D мы нашли, это 6. 43 мы умножаем на 6. И в результате у нас получается минус 8 плюс 258. Это говорит о том, что 44 член у нас равен 250. Осталось найти сумму первых 12 членов нашей арифметической прогрессии. По формуле Sn равно 2a1 плюс d умноженное на n минус 1 поделить на 2 и умноженное на n мы получим, что S12 равно 2 мы умножаем на А1, то есть на минус 8. D мы знаем это 6. Ячейка у нас под номером 12. 12 минус 11, 1 это будет 11. Мы все это делим на 2 и умножаем на 12. Считаем 2 на минус 8 минус 16. 6 плюс 11 это будет 66. 2 и 12 мы сокращаем, это будет 6. В результате мы умножаем это на 6. И у нас получается 66 минус 16, это будет 50. 50 умножаем на 6, получаем 300. То есть сумма первых 12 членов арифметической прогрессии равна 300. Записываем ответ. Разность равна 6. 44 член у нас равен 250. И сумма первых 12 членов нашей прогрессии равна 300.